Всем привет! Меня зовут Юля Цысок, я ведущий разработчик в компании Castis и член программного комитета конференции .next. Привет! А я Анатолий Кулаков, я организатор spb.net, .net.ru и член программного комитета .next. А я Андрей, работаю в компании JetBrains и занимаюсь тем, что делаю так, чтобы райдер не особо тормозил. И сегодня мы рады приветствовать вас на нашей уютной конференции .net 2021 Moscow. Отдельно хотелось бы отметить клип, который вы видели только что в начале, который вернул нас к этому интересному, хорошему настроению и настроил на нужный лад. За него отдельное спасибо хотелось бы сказать Дилану Битти с изначальной идеей, Вагифу Абилову и Максу Аршинову, которые помогли его обновить и сделать еще веселее и интереснее. С ними, со всеми вы сможете встретиться на текущей конференции, но обо всем по порядку. В этом сезоне у нас выступают 33 спикера. Они будут подключаться к нам из разных стран, городов, из разных часовых поясов. И мы хотим сказать всем нашим спикерам огромное спасибо, что они делают такие замечательные доклады и решаются делать это онлайн. И в онлайн сегодня они будут выходить не одни, с ними в эфире будут приглашенные эксперты. Их вы тоже можете увидеть сейчас на своих мониторах. Мы хотим сказать огромное спасибо экспертам за то, что они поддерживают комьюнити и присоединяются к нам в этом сезоне снова. Ну и несколько слов о том, кто все это время готовил программу. Программный комитет конференции .next 2021 Moscow несколько месяцев днями и ночами готовил программу и все активности, которые вы увидите на конференции. И лица программного комитета вы также видите на экранах. Помимо классной основной программы, для вас будет доступен эфир главной студии. Это то место, где мы находимся прямо сейчас. Здесь вас ждет 2 дня познавательного и нескучного контента, который мы сделали совместно с сообществом .net.ru. Спасибо всем, кто готовил этот контент, и всем, кто пришел и придет к нам в гости сегодня. А чтобы ввести немножко интриги в нашу сегодняшнюю программу, мы подготовили для вас тотализатор. Вы сможете отгадать, кто из докладчиков сделает самый лучший доклад и попадет, может быть, на первое, на второе или на третье место. Призы обязательно будут самым удачливым, самым счастливчиком, самым азартным будут очень хорошие призы. Для того, чтобы узнать подробности, заходите в наш чат в Телеграме, спрашивайте местных, ищите саппорт, если вдруг что-то не работает, и следите там за ставками.
Последние несколько месяцев для нас были особо горячими и напряженными. Мы без конца отбирали заявки, созванивались со спикерами. И вы только представьте, 9 членов программного комитета несколько месяцев с утра до вечера отсылали друг другу сотни сообщений в Slack. Делали постоянные, просто чуть ли не каждодневные прогоны со спикерами. В итоге сделали просто супер программу. Половина этой программы на английском языке. У нас будет 33 спикера, у нас будет очень много экспертов, у нас будет очень много активностей от комьюнити. И что самое главное, очень большая техническая команда. Следующие 2 дня будет очень сильно стараться, чтобы вы получили более 60 часов очень увлекательного, интересного и полезного контента. И вы не ослышались, это будет 2 полных дня. То есть мы теперь не будем по полдня вещать, мы решили дать хардкора на полную. И беспрерывно 2 дня у нас будет конференция .next. Поэтому надеюсь, что ваш работодатель вас отпустил полностью, вы избавились от всех мессенджеров и полностью готовы окунуться в нашу программу. А для того, чтобы вы могли лучше определить, какие доклады вам интересны, на что вы хотите сходить, с кем хотите пообщаться в дискуссионной зоне, мы подготовили для вас коротенькое видео. Привет и добро пожаловать на портал для трансляций Jugru Group. Чтобы перейти к просмотру, нужно авторизоваться. Для этого кликните на кнопку «Войти» и используйте один из предложенных вариантов. Основной интерфейс портала разделен на 2 части. Верхний, черный, можно увидеть активности, которые сейчас идут в прямом эфире. Это дашборд, который подскажет актуальный статус активности без обновления страницы. Если доклад завершился и началась дискуссия, вы это увидите на карточке активности. Ниже, в белой части, можно увидеть расписание. Завершившиеся доклады доступны сразу после их окончания по клику на карточку. Добавляйте доклады в избранные, чтобы вам удобнее было находить их в расписании. Также вам будут приходить уведомления о начале отмеченных докладов и дискуссий по ним. Присылайте вопросы спикерам с хэштегом Question во встроенный чат. Эксперты следят за сообщениями и озвучивают вопросы в эфире. Делитесь впечатлениями о докладе с помощью встроенной в плеер формы. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки. Это помогает нам делать конференции лучше. После выступления спикер переходит в Zoom-комнату для дискуссий, чтобы пообщаться с участниками. Попасть туда можно по нажатию кнопки «Присоединиться к дискуссии». Вы получите уведомление о начале дискуссии, даже если отстали от прямого эфира. Переходите в Zoom, чтобы не пропустить обсуждение, потому что дискуссии, в отличие от докладов, не записываются. А чтобы вернуться к расписанию, закройте плеер нажатием на крестик в правом верхнем углу. Рядом с расписанием на главном экране можно найти еще 2 раздела. В квизах и розыгрышах собраны активности, в которых можно поучаствовать в рамках конференции. А на выставке можно познакомиться с партнерами конференции. Кликните на карточку с виртуальным стендом, чтобы перейти на сайт партнера и узнать, что он приготовил для участников. Если что-то пошло не так, напишите нашей поддержке, и они вам помогут. Для этого кликните на кнопку со знаком вопроса в верхнем меню, либо свяжитесь с нами по контактам, указанным на экране. Да, сайт действительно очень сильно поменялся, очень много всего перетрясли, как-то поменяли, но я уверен, что вы без труда разберетесь с новым дизайном и поймете, как найти самые полезные, самые увлекательные доклады именно для вас. И еще пару слов о том, кто делает большой вклад в существование и развитие конференции, о наших партнерах. Спасибо им большое за то, что они поддерживают нас не первый сезон. В этом сезоне наши партнеры подготовили некоторое количество активностей. Это квизы, розыгрыши, дискуссионные зоны и доклады. Ну что ж, там еще будут виртуальные выставки. Эти выставки будут работать 24 часа. Не так, как обычно во время основной конференции, а просто круглые сутки напролет. Они будут доступны еще 1 неделю после закрытия конференции, то есть до 29 октября у вас огромное количество шансов для того, чтобы пообщаться с умными людьми, нахватать каких-то подарочков и весело провести время на стендах наших партнеров. А если вы захотите пообщаться с партнерами, то вы можете легко найти их контактные данные на большинстве лендингов, собственно, на этих виртуальных площадках, а также написать партнеру в чат конференции, они вам обязательно ответят. Еще можно присоединиться к тематической дискуссии после партнерских докладов и пообщаться там. Такие тематические дискуссии не записываются, поучаствовать в них можно только в лайве.
Ну что ж, открытие, наверное, подходит к концу. Давайте непосредственно будем переходить к докладам. Вы можете обращаться по любым вопросам конференции, по чаты конференции, читать канал конференции, в котором будут все новости. И там же, если вы захотите пообщаться с кем-то из участников, вы можете найти легко их в чате.